2018 году Ростовская атомная электростанция увеличила выработку электроэнергии более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС. В 2018-м был осуществлен запуск нового четвертого энергоблока. По данным пресс-службы, коэффициент использования установленной мощности в прошлом году составил почти 90%. Сейчас все четыре энергоблока работают в проектном режиме. В Ростовской области по сравнению с прошлым годом продукты подорожали более чем на 3%. Об этом сообщает региональное правительство. Значительно выросла цена на сахар, яйца, хлеб и хлебобулочные изделия. Мясо стало дороже на 5,5%. Кроме того, почти на 11% подорожал бензин. На строительные материалы цены подскочили на 6%. В этом году вступают в силу изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. В фонде напомнили, что с этого года в стране начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста выхода на пенсию. Законом предусмотрен плавный переход к новым параметрам. В частности, с 2019 года пенсионный возраст увеличится на один год, при том, что реальное повышение составит полгода. Департамент транспорта Ростова-на-Дону подал в суд почти на всех перевозчиков, которые работают в городе после так называемой транспортной революции. Общая сумма исковых требований чиновников – 1 375 000 рублей. Арбитражный суд Ростовской области накануне принял все 12 исков к рассмотрению в упрощенном порядке. Напомним, транспортная реформа в Ростове началась 21 октября и вызвала шквал жалоб от горожан на отсутствие транспорта по вечерам и огромные интервалы в движении. В текущем году для Ростова закупят 20 троллейбусов и электробусов. Об этом сообщили на сайте городской администрации. По словам главы Донской столицы Виталия Кушнарева, город продолжит обновлять подвижной состав с упором на развитие экологически чистого наземного электротранспорта. Новые автобусы и троллейбусы приобретут за счет областного бюджета с софинансированием из городского. При закупке троллейбусов приоритет будут отдавать машинам с автономным ходом, которые могут двигаться без контакта. Сети. В России вступают в силу новые тарифы ОСАГО. Как пишут «Известия», они расширят страховку на 20% вверх и вниз от базовой цены. При этом изменилась и система расчета коэффициента возраст-стаж. Теперь у него появятся дополнительные градации. Вместо привычных 4 их будет 58. Подобные меры нацелены на то, чтобы снизить коэффициент для опытных и взрослых водителей, а для молодых – увеличить. Отметим, ранее в Центробанке заявили, что средняя цена за полисы может подняться не более чем на 1,5%. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Аяз Гулиев перешел в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба «Красно-белых». 22-летний футболист подписал с клубом долгосрочное соглашение. Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Спартаку» в 1 миллион рублей, а футболист по условиям личного контракта будет получать 1 миллион 200 тысяч в год. Напомним, Гулиев – воспитанник «Спартака». В 2017 году россиянин был отдан в аренду в махачкалинский «Анжи». Затем в 2018 году перешел в аренду в футбольный клуб «Ростов», после чего летом был выкуплен. В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.